Трое раненых в Германии в городе Хайдельберг. Неизвестный врезался на автомобиле в толпу прохожих. Мужчина был вооружен ножом и пытался скрыться с места происшествия. Полиция арестовала злоумышленника при попытке к бегству. Пока мотивы нападавшего неизвестны. Атаку можно расценивать как теракт. Местные медиа сообщают, подозреваемый был эмоционально нестабилен. Полиция пока не подтверждает, не опровергает эту информацию.